Друзья, всем привет! Осенью мы презентовали первую модульную коляску Mow Baby. Универсальная модель 2 в 1 под названием Zoom. Сейчас она доступна как в нашем флагманском магазине, так и онлайн. Но мы пошли дальше. Теперь у нас есть универсальная модель 3 в 1, и мы ее подробно разберем. Кирилл, расскажи, выглядит модель потрясающе, а в чем ее функционал? Всем привет! Мы объединили богатую комплектацию и впечатляющий функционал модульной коляски. Прежде всего, для первой модели Mow Baby мы решили взять уже проверенные формы модульных колясок и сделали, по сути, идеальную модульную коляску, в которой объединили легкий вес, отличные материалы и впечатляющий функционал. Здесь есть все необходимые регулировки, а также приятный изящный дизайн. Приятным бонусом также будет комплектация этой коляски. Кроме трех уже привычных блоков, прогулочного блока, люльки и автопереноски, здесь есть стильный рюкзак, внутри которого вы найдете дождевик и москитную сетку. Давай начнем с люльки. Итак, у нас здесь есть мягкий матрас со съемным чехлом, а также сама люлька дополнена ножками, то есть ее можно снять с рамы и поставить на пол отдельно. Какие еще особенности есть у этой люльки? Люлька позволяет назвать эту коляску поистине всесезонной, ведь она отлично подготовлена как к зимнему, так и к летнему сезону. И в такой люльке будет максимально комфортно в первые месяцы жизни ребенка. Накидка на ножки сделана со специальным отворотом для защиты от ветра и смотровым окошком. Кроме этого, все элементы из ткани сделаны на молнии для легкого снятия и стирки. А также есть регулировка изголовья. А что насчет вентиляции, особенно в летний сезон? Вентиляция – это одно из преимуществ этой коляски. Здесь есть целых две секции для вентиляции. Одна на капюшоне и вторая внизу на самой люльке. Ну а что можно сказать о прогулочном блоке? В чем его плюсы? Прогулочный блок раскроет потенциал этой коляски, ведь его вы будете использовать примерно с 6 месяцев и до 2-3 лет. То есть наибольшее время ребенок проведет именно в прогулочном блоке. И прогулочный блок действительно очень классный. Прежде всего, он просторный, спальное место длиной практически 1 метр, можно разложить в полностью горизонтальное положение. Есть механическая регулировка как спинки, так и подножки. Кроме этого, прогулочный блок отлично подходит для любой погоды, у него есть дополнительная секция капюшона. Есть съемный козырек на молнии, который, кстати, вместе с дополнительной секцией есть и у прогулочного блока, и у люльки. Кроме этого, прогулочный блок ставится как по ходу, так и против хода движения, а также вместе с ним может складываться вся коляска и делать это достаточно компактно. Итак, третий блок – автолюлька. Выглядит достаточно массивно. И зачем? Автолюлька достаточно просторная, массивная, несмотря на то, что в ней будет ребенок еще совсем маленький, с самого рождения. Здесь все сделано для безопасности и для комфорта. В автолюльке должно быть очень удобно ребенку с самого рождения. Соответственно, автолюлька должна как будто обволакивать ребенка. И здесь, конечно же, есть все необходимые вкладыши, мягкие плечевые накладки, чтобы ребенку было комфортно ехать пристегнутым. Ну и, конечно, все необходимые регулировки, то есть возможность отрегулировать ремни, насколько это возможно. В комплекте коляски идут специальные адаптеры. А для чего они? Адаптеры нужны для установки люльки и автопереноски на шасси коляски. Для люльки это максимально удобно. Таким образом, люлька становится выше, и маме не нужно нагибаться к своему малышу. А что же касается автолюльки, то эти универсальные адаптеры позволяют также установить автолюльку на шасси, и не нужно докупать никаких специальных адаптеров, штатные вполне подойдут для этой функции. А в чем особенность колес у данной модели? У данной модели увеличенные колеса с протектором, задние колеса 12 дюймов, передние колеса 9 дюймов. Увеличенный диаметр позволяет отлично проходить по сугробам и бездорожью, и кроме этого колеса сделаны из резины, и этот материал позволяет не скользить по снегу. Также отличается хорошей долговечностью. Обратите внимание, что алюминиевая рама отлично сочетается с телескопической ручкой из эко-кожи. Именно эта регулировка позволяет подстроить коляску под рост любого из родителей. Ну а как складывается коляска, узнаем у Кирилла. Да, эта коляска легко и компактно складывается буквально одной рукой вместе с прогулочным блоком, как по ходу, так и против хода движения. Для того, чтобы сложить коляску, нужно привести телескопическую ручку в максимально низкое положение, поднять подножку вместе с сиденьем к спинке коляски, нажать на кнопку и повернуть рычаг на шасси и сложить коляску таким образом, чтобы она осталась у вас в одной руке. Сложение действительно очень компактное,
коляска буквально занимает мало места, ее можно легко разместить как в квартире, так и в багажнике автомобиля. И это один из основных плюсов коляски, особенно с прогулочным блоком. Ну а сколько цветовых решений предусмотрели дизайнеры? У этой коляски есть выбор из 3 цветов ткани и 2 цветов рамы. 3 цвета – это бежевый цвет, серый цвет и черный цвет. Что же касается рамы, здесь идет алюминиевый цвет и цвет розовое золото. Можно как угодно конфигурировать все эти цвета, и таким образом есть 6 цветовых решений, из которых вы вполне можете выбрать. А пока у нас все цвета в наличии, очень советую поторопиться, чтобы заказать наиболее понравившийся вариант. Друзья, модель Zoom – идеальная городская коляска. Спешите заказать на официальном сайте или основных маркетплейсах. А протестировать эту еще более 100 модульных и прогулочных колясок вы сможете во флагманском магазине RAN на Ярославском шоссе. Спасибо за просмотр и удачи в выборе коляски!